Друзья, можно отвернуться, можно перелистнуть лист, можно уйти и вздохнуть. Это же не наше. А они все равно останутся. Маленькие, крошечные, беспомощные. Те, кому мы можем помочь. Но только спросите себя сами. Хотите ли вы? Я не могу вас все время просить, ребят. Я могу только спрашивать. Вы с нами? Мои хорошие, вы с нами? Шов был. Представляете? То есть животик был надрезан, зашит, но собака не стерилизована. Скорее всего, они делают это под ксилой. И какая тварь это делает, я не знаю. Своих мужиков в приюте тренирую вот так. И столяр он, и плотник, и до всех проблем охотник.
Иначе ребята не выжить. А мальчишки у меня молодцы. Скоро надо будет давать им зарплату. Я прошу вас как-то меня поддержать.